Вот, включаю камеру. Что я имею? Я имею вот рисунок, сделанный мною прошлым летом, частично, большей части с натуры. Потом я делаю, когда рисую ряд фотографий разных. Вот. Ну и вот этот рисунок у меня в черно-белом варианте остается для камеральных работ. Сейчас я включил здесь камеру. Это мне видно, что я снимаю. Я сюда могу положить, хотя мне это не так важно. А вот. И у меня есть еще один девайс. Планшетик, на котором я, собственно, сейчас могу найти там у себя. Так, это улица Грязнова, поиск, да? Иркутск, фото улицы. И здесь у меня вот список всех улиц города Иркутска, которые я отснял. Ну, за 30 лет, наверное. Хотя в основном я снимал последние лет 15, когда появились цифровые фотокамеры. До этого у меня есть пленки, но там гораздо меньше. А очень активно я снимал последние 10 лет. Так, где у нас Грязнова? Ну, здесь снимки за последние примерно 10 лет, да. Вот я вижу этот дом, но это другой вид. Сейчас. Совсем не обязательно, что это идентично тот самый день и тот самый вид. Мне, собственно, для чего нужно? Я хочу видеть более-менее идентичные цвета, поскольку сегодня цель раскраска, о чем я по ходу расскажу. Да. Похоже этот вид. Вот он, да. И чем хорошо, можно приближать. Мне, собственно, нужно было вот посмотреть, какого цвета примерно вот эти домики. Вот. Этот какой-то зеленоватый, этот красноватый, этот красноватый. Я примерно так и думал. Вот, собственно, это дерево, вот, собственно, эти домики. Ну, и будем раскрашивать. Так вот, я вот эту раскраску полноценной акварелью не считаю. Я ее вообще как искусством даже особенно-то и не считаю. Сейчас я расскажу немножко преамбулу, потому что когда рисуешь, говорить сложнее. Значит, дело в том, что настоящая акварель и вообще настоящее искусство – это то, которое вот с белого листа делается. Вот у тебя есть лист какой-то, ты берешь и начинаешь рисовать. Вот все, что делается по подготовленной поверхности, по подготовленному рисунку, по заготовкам. Согласитесь, это проект. То есть я сначала нарисовал, начертил, там, перерисовал, срисовал, уже без разницы. Вот. Я потом начинаю раскрашивать, и я это уже называю не искусством, а дизайном. То есть здесь есть технология, здесь есть рецептура, здесь есть последовательность какая-то. То есть здесь просчитанные ходы. Для меня искусство – это то, где есть импровиз и нет просчитанных ходов. Когда появляются просчитанные ходы, то есть счет, это проект. Проект дословно. Проектирование – это и есть дизайн, то есть техническая эстетика или художественное проектирование. Ну, это я так слишком далеко ухожу, и тем не менее очень многие используют, значит, именно способ раскраски. Особенно для меня нетерпим в акварели, и вообще я, опять же, акварелью это не считаю, когда вот учат, там, например, я знаю очень многие акварелисты, сначала карандашиком нарисовать контур, и потом этот контур раскрасить. Ну, какая, собственно, разница, карандашиком ты раскрашиваешь или нет? Все равно ты уже раскрашиваешь рисунки. И мне сразу вспоминается детство. В детском саду у нас книжки были такие, «Раскрась сам» назывались. Ну вот это детство. Ладно. Сегодня я не буду вдаваться в эти подробности. Раскрашивать можно по сухому или по мокрому. Я не знаю, как лучше сегодня сделать. Попробую совместить. Можно сразу задать атмосферу. Давайте, вот мы там, как там у нас были домики-то?
Ну, я вижу, я помню их, этот красный, этот красный. Причем у этого домика и у этого домика достаточно. Да, ну и крыша-то белая, у нас все-таки зима. Так вот, оставлять белыми крыши или не оставлять? Ну, не зима здесь, здесь какая-то осень. Ну, на крышах еще снег. Не знаю. Ну ладно, поехали. Я долго говорю. Я обычно же так долго не рассуждаю. Я беру да делаю. Вот. Вот у этого дома. Мне, собственно, надо. Ведь, опять же, идентичность раскраски меня лично не сильно волнует. Я бы мог это делать условно. Тем более, что вообще графика – это цвет-то условный. Вот. И я бы мог эту раскраску делать вообще условной. Совсем не обязательно то, как это покрашено. Более того, скажу. Ведь дома же эти красятся в процессе-то, да? Они же тоже покрашены. Вот видите, вот тут дерево, а я не буду это коричневым закрашивать. Моя задача на сегодняшний день, вот это, то, что я сегодня делаю, это графика. Графика, которая условно работает с цветом, да? Вот видите, я вот по наитию беру голубой, ой, не голубой, а фиолетовый. Ну, так вот мне кажется, что те потеки, которые там. И все равно, вот видите, в этот дизайн так называемый я вношу большую долю экспромта. Вот. Почему я взял фиолетовый, не знаю. Я, ну как фиолетовый? Это красивый цвет, во-первых. Вот, то будем мы оставлять эти пробелы грязного снега. Вот, поэтому я не буду черным красить. Черного здесь, вот опять же, надо решать, или эта графика одноцветная, да, или монохромная, или цветная. Я сейчас заболтался немножко. Дело в том, что цветная графика это совсем, это вот и есть цветная графика. Я имел в виду, что лаконичность должна быть. Собственно, моя-то задача, вот я вот сейчас вот лишнее сказал, говорю, вот эти два основных красных дома выделить, все остальное, видимо, оставить, как было. И опять вот я взялся рассказывать, показывать, и обратите внимание, это не недостаток. Я считаю, что это мое достоинство. У меня плана нету. Я взялся делать одно, потом что-то начал делать другое. Вот. У меня нет такого четкого плана. Вот этот дом зеленый, ну буду ли я его зеленым делать? Нет. Моя задача лаконичность. На каком уровне лаконичности можно это оставить? Основные цвета, да, вот зеленый этот, вот этот тоже зеленоватый, это темное. Короче говоря, я вот сейчас уже экспромтом прихожу к выводу, да, ну там тоже вот этот дом-то там выглядывает красненький. Я сейчас прямо вот экспромтом вижу, что ну максимум 3, да, знаем мы этот закон, максимум 3. Опять же, если это не живопись. Значит, зеленый, ну зеленый тоже ведь он должен быть сглаженным. Он не может быть там изумрудным, он не может быть каким-то. И вот для того, чтобы сгладить, я могу даже вот сюда добавить вот этого красноватого в этот зеленый. И они начинают сближаться, то, как это происходит в природе. Вот. И поэтому это не просто зеленый, это зеленый вот с остатками вот этого красного, ну кирпичного, не буду называть. Вот и вводя, как бы глушить, вот знаете, как это самое, глушит соду кислотой или кислоту содой, так и тут мы приглушаем этот как бы цвет противоположным, ну а теории цветовой. И поэтому этот зеленый получается уже с оттенком, с таким красноватым, ну то есть он. Ну, хотя вы же знаете, что красный и зеленый это противоположные цвета, они в целом дают серый. Так вот, чтобы не выбиваться из гаммы общей, я, как вы видели, в этот зеленый чуть-чуть добавил красного. Вот, кстати говоря, это один из секретов. Я часто
об этом не то чтобы забываю, я игнорирую вот это вот часто именно этот момент, потому что я люблю экспромт. В экспромте как бы это все. Это все делается нечаянно, случайно. А вот теперь смотрите, совершенно страшный в данном случае для смеси фиолетовый цвет. Но фиолетовый он такой волшебный, недаром волшебники все рисуются фиолетовыми, что если им не переборщить, то есть возможность его хорошо вписать. Он вписывается во все, несмотря на то, что... Так, ладно, наша задача-то вот здесь вот. Вот видите, и фиолет, и красный, через фиолетовый. Чем он волшебный-то, да, я забыл сказать? Да тем, что он одновременно и в красный уходит, фиолетовый цвет, да? И одновременно уходит в голубой. То есть в красный, в теплый, и в голубой, холодный. А фиолетовый цвет, как и зеленый, в отличие, он может быть теплым и холодным одновременно, да? Ну, не одновременно, а вернее, один и тот же как бы цвет может быть холодным и теплым. А красный не может быть холодным практически. Фиолетовый может. Поэтому я этим часто пользуюсь, что с помощью фиолетового там, да, или вот, можно соединять. Вот здесь уже перебор. Здесь фиолетовый начинает вылазить, поэтому мы его чуть-чуть приглушим опять красным. А вон тут домик зеленый тоже, поэтому я его вот зеленым оставлю. Нарисую точнее. Тут вот деревья и всякая серая. Ну и вот видите, что я стараюсь. У меня, кстати говоря, это не всегда получается. Я стараюсь. Чем хороша акварель, я стараюсь как можно меньше цвета использовать. А хороша тем, что переливами воды, вот, наплывами и вот двойными, тройными слоями я сглаживаю гамму эту самую, которую я выбрал. И тем самым добиваюсь более-менее, ну вот какие ставинки-то сделать. Можно беленькими оставить, можно их, ну, не то чтобы беленькими, вот видите, чуть-чуть светлее. Ну, собственно, так оно и есть. А можно и чуть-чуть голубого добавить. У нас часто ставни красятся голубыми, да? Вот. Много, да, сейчас голубого. Все экспромтом делается. Не знаю, нужно было эти голубым, не нужно, ну, может быть, и не хуже, ладно. Стекла какими делать? Черными. Ну, я уже рассказывал, ну, буду повторяться, да. Стекла либо цвета неба должны быть, да? Либо черные. Ну, либо цвета неба, если они стоят на отражении туда. Отражают небо. Вот. Вот сегодня мы начали это делать по-сухому. Как вы видите, задача живописная здесь не стоит. То есть я цветом не решаю никаких проблем, вопросов. Я имею в виду объемных, пространственных, почти не решаю. Если это и происходит, то это происходит, может быть, случайно. То есть графически я этот лист уже построил. Вот в чем, да, вот еще то, что отличает, да, графику, живопись и творчество
Я уже сделал этот рисунок, графически он у меня состоялся. И сейчас-то я уже как бы не искусством занимаюсь, а раскрашиваю. Ну вот хоть кто меня пусть как угодно критикует, но я не вижу в этом действии, которое я сейчас произвожу, искусство. Я вижу в этом в лучшем случае ремесло. Ну и осталось у нас небо решить. Можно сделать его голубоватым, приведя вот к этому, да? Это вариант. Можно сделать его желтоватым, приведя вот к этому, да? Чтобы сохранить общую атмосферу. Ну, я пойду по банальному пути и все-таки переведу его в голубоватый, но только вот от этого вот желтоватого. Охр для этого у меня существует, да? Там, потом мы там добавим. И вот он так вот, небо будет сюда вот так вот у нас перетекать через охру в голубой. Помни о том, что у нас крыши еще под снегом. И вот это сочетание белых крыш. Будем облака оставлять, нет? Вот тоже ведь, смотрите, вот закрашивая голубеньким, можно оставить облака. Ну, наверное, я так и сделаю, да? Придаст этой картинке весенность. Или осенность. В зависимости. Я вот опять же не задаюсь этим. Хотя потом многие скажут, ой, как передана атмосфера. Там многие могут сказать, да? А вы обратите внимание, я не задавался этой целью. Я вообще про атмосферу не говорил. Я говорил про гармонию, цветовую гармонию, может быть. Ну, не говорил, думал. Я сегодня мало говорю. Ну что, оставить беленько? Оставить. Хуже не будет. Вот. А здесь можно и не оставлять. Ну и несколько, так сказать, основных рецептов или принципов раскраски. Да, кстати, вот именно этот вариант сегодня, вот то, что я сегодня демонстрирую, я и называю скетчем, да, акваскетч, акварельный скетч. Ну, я смирился с этим названием, хотя я одно время противился именно скетчу, поскольку в русском языке есть слово набросок, рисунок. Но потом я подумал, что вот распространенное вот это вот движение людей, которые занимаются этим скетчингом, да, оно стоит того, чтобы ему придать отдельный термин собственный. А для себя я определил скетчингом вот такой подкрашенный рисунок. Подкрашенный, да. Что с деревом будем делать? Ну, можно таким оставить. Можно его в фиолетовый перевести, а можно перевести его в коричнево-красную вот эту вот гамму, да? Чуть-чуть все это. Это все. Кстати говоря, вот этот скетчинг, раскрашивание, все на чуть-чуть, на нюансах практически. Ну, в данном случае. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь мне захочется сделать. Ну, вот мне не нравится, что красный, я сейчас все равно его переведу в фиолетовый. Да, тем более там небо у нас. Не надо контраста. Что делать с машинками? Не знаю. Можно на контрасте их вот. Ну, то, что мы сделаем здесь красненькие, это любимое у городских этих самых урбан скетчеров. Эти красненькие огоньки, любимый акцент такой, да. Машинки, ну их надо каким-то цветом. Они же ведь цветные у нас, в принципе, но они могут выделиться сильно, поэтому я не знаю. Я потом вот эти пятна некоторые добавлю уже по-сухому. Вот, может быть, черным закрашу. Хотя не знаю, не знаю. Вот видите, ничего не знаю. Плохой, наверное, из меня учитель. Потому что, видите, в отличие от всех, кто учит, я делаю сам. А когда сам делаешь, то, в общем, не сильно-то знаешь рецептуру.
Понимаете, вот есть художники, которые работают по рецепту, а мне почему-то это претит. Я импровизатор. Да, именно поэтому у меня вот каким столб сделать, а я ведь не знаю. Опять же, я не буду смотреть, какой он на... Ну, понятно, что он серый. Но хочется сделать его чуть-чуть цветным. Ну, наверное, придется вот попробовать все-таки фиолетовым, но только таким сглаженным. Ну да, он на каком-то контрасте с зеленым сейчас начинает здесь. Вот, ну пусть будет. Хотя опять же сильно. Сейчас я его приглушу. Приглушу этим же зеленым, вот этот фиолетовый приглушу. То есть он остается как бы фиолетовым, но не такой яркий цвет. Там окошечки у нас. Здесь оставим, наверное, белым. Белым, белым, белым. Я еще подумаю здесь. Так, что еще? Потемнее, по-моему, вот это вот место надо сделать темнее. Тоже за счет, видимо, боюсь, нет, боюсь. Вот этот красный берем, в голубой макаем, о, в фиолетовый точнее, глушим его вот таким вот образом, получаем такой вот нейтральный. Это как бы холодная тень, но тем не менее она у нас с воспоминанием о красном. И поэтому, по идее, должна была бы сблизиться. Слишком много красного. Ну что, добавляем синего. Ну, по сути, делает то же самое, что фиолетовый. Может быть, да. Не знаю. Вот много вот этих... Так, вот это хорошо я сейчас закрыл, правильно. Все, это темнее надо делать, честнее и темнее. Я же все время говорю, что обобщать, 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 обобщать. Поэтому делаем темнее, 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 темнее. Как оставлять края? Я не знаю. Мне нравятся часто края не закрашенные, оставленные вот таким вот образом, естественным. Вот сразу видите, я тут почти на автомате. Тут же поддерживаю вот то, что рисовал здесь, я поддерживаю здесь. Ну и можно доработать кистью уже вот эту ставенку. Недорисовано, специально оставляю недорисовано, специально оставляю краешки недокрашенными. Ну, получается нарочитость некоторая, с другой стороны, так оно и есть. Это экспромт, это все равно, это чтобы, опять же, не потому, что чтобы было видно, а потому, что оно так и есть. Эта работа такая, вот она живая, она сама, вот прямо сейчас созданная и как бы чуть-чуть недоделанная. Кстати говоря, я помню, есть такая мысль, у меня один художник, я как-то его немножко упрекнул, но у него-то были явные недоделки. Сделал выставку из очень сырых работ. Они были очень сырые, все какие-то недоделанные. Недоделанные, да. И я его когда спросил, он не, это, я знаю, что это не принцип его, но он нашел очень хитроумное объяснение. Так вот, выкрутился, короче говоря. Хотя на самом деле я уверен, что это была поспешность его. Но тем не менее он выкрутился, и он мне объяснил, что, а ты знаешь, я специально, мол, типа оставляю работы недоделанными, чтобы как бы вот у зрителя оставалась возможность там как бы так домыслить. Ой, мне так понравилось вот это вот его, это вот хитрость. То есть он-то это сказал как оправдание, потому что он бы и рад был доделать, просто он торопился эту выставку сделать. Но вот эта вот идея, которую вот он провозгласил, она оказалась очень интересным, хорошим принципом. Вы обратили внимание, я говорил сначала, что вот сочетание черного и цвета, оно должно быть конкретным и категоричным, а сейчас сам взял кисть и начинаю черным красить. Нет, я как бы восстанавливаю, дорабатываю тот первоначальный рисунок.
Но контраст цвета и черных линий, он, в общем-то, у меня все равно присутствует. Хотя лучше бы это было сделать все-таки черным каким-нибудь инструментом, типа родным, да, вот. Таким вот образом. То есть я дорисовываю то, что было немножко недорисовано. Да. Там можно даже орнамент нарисовать. Вот. Акварель это одно, а рисунок это другое, да? И они в данном случае это дуэт. Вот, вот, вот хорошее слово нашел. Дуэт черного и цвета. Вот он должен происходить. Вот дуэт черного и цвета это и есть скетч. Пока вот у меня машинки остались беленькими, и я не знаю, нужно ли мне их докрашивать. Ну, нужно, понятно, потому что уж в школе мы... ну, белый, понятно. Хотя машины же белые бывают. И, кстати говоря, опять по статистике я обращал внимание, больше всего машин белых на улицах. Так, у нас вот остались тут трубы. Я не буду мудрить, цвет особый вводить. Я еще раз повторяю, это у меня не акварель, это у меня акваскетчинг. С минимальным количеством цвета, да? И поэтому. Ну что будем делать с машинками? Есть два варианта. Либо их делать голубыми, поскольку у нас два цвета в основных. Голубой и красный. Голубоватые, ну, красноватые, а вообще вот как бы почти нейтральные. А ту мы оставим. Наверное, белый. Эту, не знаю. Ну, так вот. Хотя машины могли бы быть и разными. Но эту я сейчас сделаю вообще серой практически. Ну, или вот чуть-чуть голубоватый. Чуть-чуть. Опять все на нюансах строится, да? И еще вот в таком рисунке есть недостатки, где проблески белого остаются. Вот как вот сейчас я закрашиваю, видите, да? Где-то это может быть и работает. Ну, вот как вот здесь, где снег. А где-то это мешает, как вот здесь вот, например. И вот эти пробелы белые, проблески, они часто... Ну, выстреливают из этого всего. Вот надо вот окно. Окно, вот это вот, которое у машины, оно либо отражает небо, либо оно черное, вот как вот здесь черное, да. Вот если я его оставлю, ну, коли там кресло, это пусть отражает, но тогда, чтобы оно было действительно белым, мы тогда должны сделать стойки вот эти вот, более материальными. Вот так. Крыша обычно светится. Ну и не буду я больше мудрить. Пусть как бы у нас отражает свет. Можно дальше еще работать, красить, дорисовывать. Рисунок потеряет свою свежесть, скажем так, да? Это я как бы дорисовываю то, что не было нарисовано. Ну и сейчас вот по этому акварельному рисунку, состоялся он, не состоялся, я пока не знаю. И еще полезно будет, когда он полежит немножко, высохнет, и может быть еще что-то добавить, где-то нюансы. Ну вот я говорил про края.
Ну, поскольку я тут вот края в край все закрасил, а здесь осталось это, то я, наверное, этот край тоже докрашу таким нейтрально зеленоватым. Коль уж я взялся тут как бы эти все края закрашивать, тогда сегодня сделаю так. Автограф уже стоит, поэтому вот тоже странная вещь, непонятная. Так, ну здесь же темнее, наверное, да? Опять берем фиолетовый, глушим его зеленым. Вот. Чтобы был какой-то оттенок все равно. Чисто черный. Поскольку в данном случае. Вот чисто черный, а вот здесь вот акварель. И их не надо путать. Графику, рисунок с живописным приемом акварели. Хотя до живописи здесь, конечно, как до луны. И тем не менее, акварель, цвет, вот она. Да, и я вот, видите, она здесь потекла немножечко. Я не использовал. Нет, тут здесь вот есть потек. В акварели, конечно, очень важны, которые я вот здесь не использовал сегодня моменты. Это моменты перетекания цвета из одного в другой. Ну, не всегда. Да, вот тень опять я делаю с добавлением холодной фиолетовой. Хотя она сейчас не совсем холодная, может быть, и тем не менее она охлаждает и в тень уводит эту вещь. Сейчас я уже, по-моему, делаю лишнее. Я начинаю здесь вот уже мудрить. По-хорошему бы надо остановиться, да? Может быть. Ну, что я сейчас и сделаю. Да, вовремя остановиться, это, конечно, очень важно. Ладно, ну вот для утреннего упражнения разминка такая, да? То есть был рисунок, я взял акварельку и вот его покрасил. Ну вот получилась такая вещь. Все, пожалуй. Здесь немножечко мусора. Ну, опять я говорю, все это можно делать до бесконечности. Вот это лишнее сделал, да, ну. Ладно, сегодня я не буду все это доводить дома. Хотя почему? А почему бы нет, да? Пусть это уходит сюда. Темнее будет. Все, надо заканчивать. По принципу того художника, который нам сказал, что недоработанность, она нужна для того, чтобы зрители потом как бы поучаствовали мысленно в процессе, в творческом процессе. Хорошая идея, не правда ли? Сегодня вот я подсказал тоже, что всегда, во-первых, можно недоделку так оправдать, а во-вторых, это действительно интересный творческий принцип, когда ты оставляешь какие-то белые, светлые, пустые, недоработанные места и говоришь, и, собственно, зритель сам смотрит и думает, а что бы мог он здесь вот доработать, да? Ну и потом, сделанность работы уже там вот, ну не та сделанность, о которой говорил Филонов, а сделанность, я имею в виду, доведенная до какого-то уже предела, это уже работа какая-то робота. Вот здесь у меня еще и осталось много человеческого. А сделанность, это ну, довести работу до фотографического какого-то гиперреалистического качества. Ну вот кому-то это доставляет какое-то странное такое удовольствие мазохистское, да? А мне так наоборот. Я так считаю, что главное качество человека это отбор. То есть вот то самое, о чем я и говорил, что вот недосказанность. Именно отбор, чего я доскажу, чего я не доскажу, что я выберу. Если я начну сейчас дорабатывать ее до какого-то совершенства, то, короче говоря, крайность доработки, крайняя степень доработки – это идентичность, это копия.
То есть гиперреализм практически. Нет, ну, я, может быть, неправильно использую этот термин, но, ну, близко к фотореализму, точнее сказать. Гиперреализм — это все-таки конкретное такое направление. Вот, а фотореализм. И доводя, вот, ну и что вот, надо здесь красить черненьким? Нет, наверное, вот так вот чуть-чуть. Вот. Сейчас испорчу. Делаю и боюсь, да? Одно окно черное, пусть так и останется, одно окно черное, вот это вот стекло как бы черное. Вот те проблески, о которых я говорил, они вот здесь вот мешают. А отбирайте у меня ручку, я сейчас начну портить. Отбирайте. Все, заканчиваю. Все.